Всем привет, с вами Нинель. Приехали с Джеем на шоу китайское Шэньюн. Я прикололась, Джей не понял. Не Хуйшуин, Шэньюн. Шэньюн по-нашему. Так все организовано всегда в Америке, когда какие-то мероприятия. Вот даже когда мы приехали в театр, стоят вот такие люди в жилеточках, указывают, где поставить машину, куда пройти. Вот и там ходят. Удастся ли мне снять или нет, не знаю. Может, хоть какие-то фото выложу в видео. Много людей уже. Много китайцев. Некоторые приезжают на таких вот шаттл-машинках. Вот палатка стоит, продают кофе, $2, воду. Смотрите, какой красивый театр. Вагнер, Шопен, Бетховен, Бах, Шуберт. Боже мой. А вон этот Тяньшань, Шэньюн, Шэньюнь, Хуньюнь. Джей покупал, в основном покупают, ну, у нас же так в электронном виде, через онлайн покупка билетов. Красивый театр, потолок красивый. Интересно, вот в перерыве в антракте просто стоят, встали вот так и стоят. Кто в стороне, а кто прямо возле своих сидений. У нас так не стоят, кажется. Мужчина, женщина идут, русские. Вот эти. Ну, что хочу сказать. Это, конечно, не наш капак, не наше яблочко, не наш танец с саблями. Наряды красивые, конечно, у девчонок. Такие ткани красивые. Там танец с веерами красивый был. С зонтиками. А так что-то не очень что-то мне. Три раза показывали тему, как коммунисты бьют, значит, вот это жителей китайских. Вот такие куртки у них черные и серп и молот на куртках, ну, перевернутый. Три раза они там убивали. Стоит, регулирует движение пешеходов и машин. Это мне не понравилось, что три раза про коммунистов показывали. Даже папе не буду рассказывать. Родителям не буду рассказывать, расстроятся. Что-то мне не понравилось. Одного раза достаточно. Ну, побили там коммунисты, побили. Зачем три раза показывать? Думаю, китайцы счастливы посмотреть были это шоу. Ой, какие красотки ходят. Нарядные. Так, один раз посмотреть можно. Так что, если кто-то не смотрел, девчонки, живущие в Америке и в других странах, ничего не потеряете, если не сходите на это шоу. Каждый танец основан на какой-то легенде или истории, как в истории с коммунистами.
Джейн, это не funny. Sorry. Не папа коммунист, ё-моё, до сих пор в душе. И маму заставляет быть в душе коммунистом. Ну что, что такое? Почему стоим? Вот снимаю, даже не знаю, получилось хоть что-то там, хоть какие-то кадры. Ну, что-то должно получиться. Если нет, то, может, фотографии вставлю. Спасибо большое, что послушали меня, посетили мой канал, открыли это видео. Всем всего хорошего, до новых встреч. С вами была Нел, кисова захага, на посран. Хорошей недельки. Недельки. Хороших вам трусиков неделька. Хорошей вам недели. Так, по-серьезному давай, Неля. Хоро вот это придуриваться. Пока.